Даур, а мы должны что-то сказать вначале? Я думаю, что тут можно без слов. Хочешь, можешь потрештокать чуть-чуть? Потрештокать? Я готов тебя послушать, да. Я просто не понимаю, мы в эфире сейчас уже? Мы в эфире уже. А игра когда начинается у нас? Игра начнется после рестарта. Ты можешь пока потрештокать немножечко. Верится. Да. Ну, все будет хорошо. Ты главное не переживай, смотри. Если ты нервничаешь, просто вдох и выдох. Глубокий вдох и выдох. Дыши через нос. Да, все правильно. Все, игра началась. Желаю тебе удачи. У тебя есть 2 минуты, чтобы взять много. Давай, максимальное количество раундов. Тихо. Так, и сколько у тебя максимум взяли? 6, да? За 2 минуты. Так ты только не прячься от меня, слушай, я хочу больше, чем 6. Давай так, я тебе даю все шансы. Ладно, я ВП не буду пока брать. Так ты... что там? Гранат нет, к сожалению. Что там там говорил? Я просто жестко, плохо слышу. Жестко. Как это дефолт? Я думаю, что Петрик тренировался дома. У вас нет такого ощущения? Пока мы тут все. За КТ сильнее играть. У тебя есть юз. Да? Да. А, ну да, в принципе. Против этого. Против кольта. Ты спал. Нет, Петрик! Не куда надо. Лезешь, Даур? Куда лезешь? 4-3. Как так? У нас серьезный матч. Надо относиться по-серьезно. Нет, ну... Так не надо делать. Ты же понимаешь, что я все-таки умею стрелять, а не это. Так, напряженная борьба. Да. 10 секунд. Не прячься, Даур. Давай. Я прячусь сегодня. Ай-яй-яй-ля, просто прячется от меня. Так и запишем. У нас замес, тихо. Это last раунд. Last раунд, 2 минуты. Слышишь, ты так берешь раунд, ты выиграл эту встречу первую. Так ты просто прячешься, ты секунд. Так, а что мне делать? Я как крыса играю. Ты где вообще? Ты выиграл, 1-0. 1-0 идет, Петрик. И что, ты уже это? Обосрался? Мы что-то не так сказали? Соберись, Даур, давай. Ты же чемпион мажора, что за, в чем дело? Конечно. У нас best of 5, я правильно понимаю? Что такое, что по стрельбе, Даур? А что такое, ты мне на пуль не попал, батуха. Ну я просто когда захотел, туда попал. Согласен. Ты возьмешь сколько можешь. А, нет, да, все правильно. Петрик теперь прячется. Понимаете, Петрик теперь прячется. Я сейчас проигрываю Петрику, пацаны. Заходите к нему на канал на YouTube. Всем на Твиче напоминаю, что он еще за сильную сторону все это время играет. А, ты хочешь перейти? Давай, можно поменяться, если хочешь. Да, я ради баланса этой игры готов, чтобы ты играл за сильную сторону. Хорошо. Даур. Смотри. Сейчас все будет, Петрик. Давай. 2 минуты, да, у нас? Да, 2 минуты. Сейчас все будет. И главное этот. Знаешь, не зря сегодня Copenhagen Games проиграли на шоу-матче Гитрайта. Нет такого ощущения, что в этом есть какой-то подвох. 4-5, ты все рядом. Делать пару фрагов. Блин, сейчас. Сколько я тебе 2 раза подряд оставляю хп, да, там минимум вообще? Да. Я же там же. 30 секунд, Петрик. 30 секунд. А ты... Ты жестко стреляешь, пацаны. Он жестко стреляет. Я вам серьезно говорю, он жестко стреляет. Мне не нравится эта перестрелка, я, пожалуй, пойду на свою позицию. Это Лохтрон. Сейчас меня Петрик уберет, тихо, пацаны. Да, давай.
Let's go! Время закончилось, да? 2-0. Нервишки, нервишки шалят уже, да, Марк? У меня нервишки шалят, а реально. А все почему? Сколько у тебя часов на Сайбершоке наиграно, а, Дал? У меня... Пас? У меня явно больше. У меня немного наиграно. Давайте нам рестарты. У меня выигрывает 2-0 Петрик. Да, ты должен обрадоваться, что это best of 5, да. Ты что такое? Иначе здесь, бы здесь это... Здесь есть подлог, я вот чувствую, отвечаю. Это просто... Это здесь что отвечается, да? Здесь читы. Здесь читы, отвечаю. А нет, тут просто хладнокровие и скилл. Это читы. Друп от Петрика. Я прям чувствую, это все нечестно. Все нечестно. У нас, то есть ты меня сейчас здесь... усилил, что подруг? Вы на студии мне подкрутили здесь все после какого. У меня ничего не работает. Понимаю, о чем ты. Это отмазы какие-то дешевые. Не, я отвлекаю твой этот. Нет. Я сейчас, смотрите. Ну куда же. Кстати, это жесткая тактика, согласен. Вот, ты жестко попал сейчас. Я должен был оторваться сейчас, но я не оторвался почему-то. Бля, Петрик жестко стрелять, что за херня, не понимаю. Я начинаю нервничать, Петрик. Как дела, Даур? Нормально все? Я начинаю нервничать, если ты меня сейчас 3-0 уберешь, и все, на этом закончится шоу матч. Ребятам просто надо потянуть больше времени, потому что финал только через там некоторое да, время. Да. Поэтому ты можешь мне поддаться, и мы сыграем еще больше матчей. А сколько у нас времени еще? 4 секунды, я веду 6-5. Я начинаю, да. Можно просто прятаться, да? Да просто нельзя. Прятаться. Теперь нет времени прятаться. Нет. Это аим просто чистый. Я не могу проиграть Петрику, нет? Ляво. Какая напряженная штука. Тихо. Напряженочка пошла. 200 секунд. Я АФК встану сейчас, Петрик. Жестко поставил сейчас. Последний фраг, слышишь, Петрик? Нервничаешь, да? Я очень нервничаю. Где? Тихо. 3-0, либо я делаю камбэк. Ты хотел меня с глока убить? Ну это слишком, это слишком. Ладно, даю тебе шанс. 2-1. Ну ты зря сделал, у тебя был шанс меня убить и выиграть эту встречу, но теперь... Да, я просто понимаю, как бы ты себя чувствовал, понимаешь, если бы сейчас это все закончилось 3-0, это были бы заголовки. Да, уже не было. Ты еще хочешь профессионально в КС играть, правильно я понимаю? Конечно. То, что тебя в команду-то возьмет. Сейчас увидим. Давай, покажи характер. Характер. Включаем жестко. Я понял, я после Петрика нельзя стоять на эти позиции. Позиция называется на Петрике. И она не просто так называется. Я подозреваю, что Петрик тренировал все это время на имке. Нет, другого шанса нету. Другого шанса. На самом деле, вообще, я уже не знаю, сколько лет в КС не играл. Да? Да, я тоже самое. Я извиняюсь. Я думаю, что я на своем стриме. У меня на стриме просто очень интересно, поэтому. Петрик. Ты начинаешь потихоньку напрягать. Мне теперь приходится из тебя играть аккуратно. Ты не переживай, все будет хорошо. Ну блин. Все будет нормально. Спокойно. Вдох-выдох. У меня уже клавиши не нажимаются, да, ты меня выиграл. Логически. У тебя этот, как его? Переиграл просто. Не, у тебя просто сейчас нервы играют, чуть шалят. Ты помнишь, я тебе говорил, вдох, выдох. Через нос дыши. Будет хорошо. Мне нужна пауза. Это ты уже проиграл. Фактическая? Давай это. Да.
Давай переговорим. Думаю, тактически. Да, давай. Можем позвонить к Зонику. Не, к Мише Кейну скорее. Мише Кейну? Да. Давай звоним. Алло, Миша Кейн, подскажи, как мне это выиграть? Тебе нужна пауза? Готов? Нет, подожди, да. 2-2. Мне нужно поймать дзен, выдохнуть, успокоиться. Сила, и просто наказать тебя без шансов. Ко мне, Михалыч. Мне нужно выиграть Петрика на имке. Поехали. Конечно. Пошла жара. Последние 2 минуты. Ума! Это чемпионская битва? Да. Нужно на фулл фокусе. Ты знаешь, ты чем больше напрягаешься, тем хуже ты играешь. Я абсолютно спокоен. Я вот, мне интересно, как ты так убиваешь, передвигаясь, типа, на, ну, на ходу стреляешь? Думаешь, что ты типа... стоя убиваешь? Ты типа тоже как? Меня двигаешься в картинке? Не, то не, есть не, я просто... тоже вижу, что ты двигаешься. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это неправда. Так, что мы молчим? Напряженный момент был или что? Там я вижу, как ты держишься, я вижу, как... тактически, да. Вижу, как Петрик. Ничего. Петрик тебя будет пушить. Петрик, ты знаешь, где я? Да. Я прячусь от тебя. Петрик, я прячусь от тебя. Ты, все нормально, братуха, ты этот... Я просто тактически чуть-чуть подкован. У тебя был шанс, ты понимаешь? Ты упустил этот шанс еще 2 раунда назад. Смотри, видишь, вот так вот и проигрываются мажоры. Я себя чувствую как Астралис, знаешь, в полуфинале Кракова. Астралис? Да, это просто вот это вот состояние. Сейчас поставим паузу и будем. Нет. Дело скорее, знаешь, что дело скорее не во мне, тут дело скорее в тебе. Ты поймал кураж. Ты изначально был типа задушен мною без шансов, ты, а видишь, потом почувствовал. Ты дал мне шанс просто. Как его? Ну вот, блядь, ну что это? Ну это просто ты вешаешь. Нет, ты мне дал шанс просто поверить в себя. На самом деле я не верил вначале. Ой, да, конечно, ты даешь. У тебя был шанс меня выиграть, но. Я. Проигрывал 0-2. Ну ГГ, это да. Это была равная борьба, это респект Петрику. Ты что-то знаешь в этой игре. Сергей sitting in the pit, catches off the plant. 14 seconds, they've got to get out. Simple gets only one in return. Jumps up and sucks Сергей, but he hasn't found the bomb. He will now. And he goes away from default because he doesn't want to get naded. He also knows there's a flank, and he also knows he needs position! Whoa! He actually gets the first one! He's got a chance, and he sneaks around! Oh!